Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции, ваши плюсики. Буду говорить о том, что трансляция идет нормально. И как только я увижу, что вы меня видите, слышите, есть обратная связь, мы начнем наш с вами обзор. Итак, вижу, что все хорошо. Связь есть. Давайте начнем с просмотра макроэкономической статистики. Что у нас с вами выходило, что нас с вами еще ожидает, и потом посмотрим еще технический анализ. Так, для начала давайте включим эту неделю и отобразим фильтры, чтобы у нас было не по всем странам, а отфильтруем только по шестерке мажорных валютных пар. Основные страны, которые представляют интерес для нас с вами в рамках нашего с вами обзора. Также Германия и еще Китай сюда включаем. Итак, начинаем. Вчера было выступление господина Локхарда, члена Федеральной резервной системы США. Мы вчера как раз с вами говорили об этом, что он будет выступать. И вот, в частности, одним из посылов выступления Локхарда было то, что он сказал, что темпы повышения процентных ставок ФРС зависят от состояния экономики. То есть в данном случае он, опять же, отказался озвучивать какие-то сроки, просто тем самым дав понять, что повышение состоится, когда это произойдет, не уточнил, вот, ну и сказал, что нужно следить за самим процессом повышения процентных ставок, то есть насколько часто это будет происходить и какими темпами, то есть на 25 базисных пунктов, на 50 пунктов и так далее. То есть вот, в принципе, это суть его заявлений. Далее, по календарю у нас с вами был индекс опережающих экономических индикаторов Австралии, он оказался не очень хорошим. Рано утром, вчера был очень высоковолатильный день, в общем-то была большая паника на рынках, да, и все были очень встревожены тем, что на рынках происходит, падали нефтяные котировки, цены на сырье, очень большая волатильность была на рынках. И вот, в частности, сегодня рано утром выступил министр финансов Японии господин Асо, и в частности он сегодня заявлял, вот зачитываю новостную ленту компании Dow Jones, рост иены был резким, и это означает, что нам необходимо продолжать пристально наблюдать за изменениями на рынке, сказал Асо в ходе пресс-конференции. То есть то, что произошло, это было излишне резким, вот как бы подчеркивает он. По его словам, восстановление иены является естественной коррекцией после резкого ослабления в последние месяцы. Дальше идет его прямая речь. Он говорит, что многие говорили, что снижение иены зашло слишком далеко. Учитывая это, можно ожидать ее укрепления. То есть то, что сейчас происходит, в общем-то, не является большой неожиданностью и не каким-то таким уж очень большим сюрпризом. Далее. Он говорит, что страны Большой Семерки и Большой Двадцатки не рассматривают никакие совместные меры по борьбе с волнениями на мировых фондовых рынках или с волатильностью валютных курсов, так сказал господин Ассо. По его словам, у него не было прямого разговора с министром финансов США по поводу изменения валютных курсов или падения акций. Далее он признал, что Китай является главной причиной текущей нестабильности на мировых финансовых рынках. Тем не менее, признаки разрыва экономического мыльного пузыря, то есть то, что этот пузырь просто лопается сейчас, да, в Китае, последующие экономические проблемы не стали для ОСО неожиданностью. То есть то, что сейчас это происходит, он, в общем-то, это дело предвидит, это по его словам. Дальше идет его прямая речь. Он говорит, это меня не удивило, отметив, что многие иностранные компании уже закрыли свои заводы в Китае и сократили капиталовложение в экономику этой страны. То есть по тону этого заявления можно сказать, что этого бы заявления не было, если бы действительно не было некой такой озабоченности. И вот для того, чтобы избежать уже излишней волатильности на мировых финансовых рынках, как раз, скорее всего, как мне кажется, было сделано именно это заявление. В 5 часов сегодня вышли данные по Китаю, индекс опережающих индикаторов.
Данные оказались хорошие, до этого был рост на 0,6%, это значение было пересмотрено в предыдущий период, а теперь у нас с вами рост на 0,9%. Плюс к этому сегодня Центральный банк Китая осуществил очередное вливание средств в финансовую систему страны и увеличил усилия по борьбе с интенсивным оттоком капитала из слабеющей экономики и фондового рынка. В ходе очередной операции на денежном рынке Народный банк Китая влил 150 миллиардов юаней, это приблизительно 23,4 миллиарда долларов, в свою финансовую систему посредством 7-дневных обратных репо, то есть краткосрочных займов для коммерческих кредиторов. Но эта практика, нужно сказать, она достаточно обыденная. То есть вот здесь дальше в новостной ленте пишется, что Центральный банк Китая осуществляет подобные рыночные операции практически каждый вторник и каждый четверг. В 9 часов сегодня вышли данные по Германии. ВВП совпал, квартальные данные, с прогнозным значением. По году полностью совпадение с предыдущим отчетным периодом. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний тоже практически совпал. Данные были положительные, но на момент выхода новости это практически никаких колебаний не вызвало, поскольку сейчас рынки, в общем-то, находятся больше под воздействием тех событий, которые происходили вчера. Та паника, которая была, она вот пытается улечься. И, в общем-то, все, что было отработано вчера, начинает сегодня немножечко корректироваться практически по всем инструментам. Мы видим движение в обратном направлении. Поэтому сегодня идет движение, скорее всего, не под воздействием макроэкономических факторов. Единственный, кто достаточно стабильно вчера себя ввел во всей этой ситуации, это британский фунт, надо сказать. Да, он достаточно стабильненько так торговался, и его эти потрясения не очень сильно коснулись. Вот, все остальные, повторюсь, они, в общем-то, были под знаком коррекции сегодняшнего дня. Было сегодня решение Народного банка Китая по процентной ставке с 4,85% до 4,60, то есть получается он нас с вами на 25 базисных пунктов понизил свою процентную ставку. Далее были данные по Соединенным Штатам, практически перед самым выходом нашего с вами занятия. Розничные продажи в Соединенных Штатах были до этого значения 1,6%, теперь 1,7%, небольшой рост на 0,1%. Ровно в 16.00 индекс цен на жилье по месяцу, это хуже прогнозного значения, до этого был рост в 0,5%, ждали рост на 0,4%, вместо этого получили 0,2%. Динамика отрицательная, но тем не менее пока что все равно это остается в зеленой зоне, все-таки пусть небольшой, но все-таки рост. Это было у нас с вами в 16.00, в 16.45 ждет основной индекс деловой активности по данным Market, и в 17.00 то, на что сегодня, скорее всего, будут обращать внимание рынки, это продажи новых домов. По месяцу ожидается рост, причем рост достаточно серьезный. Это если действительно так, то может существенно оказать поддержку американскому доллару, поскольку до этого было снижение на 6,8%. По прогнозу ожидается рост на 6%. То есть в совокупности это дает очень серьезную динамику, более 12%, почти 13% на круг. И одновременно с этим будет уровень доверия потребителей. Здесь тоже ожидаются достаточно хорошие цифры. Если до этого было 90,9, то сейчас ожидается 93. Но если данные будут очень сильно отличаться от прогнозных значений, то, конечно же, это может негативно сказаться на стоимости американского доллара. Далее, как обычно, по вторникам мы с вами посмотрим то, что у нас из ключевых данных есть еще и по на этой неделе по остальным странам. Итак, смотрим. В среду у нас с вами ждет выступление главы Резервного банка Австралии Глена Стивенса, где будет обсуждаться дальнейшая монетарная политика, кредитно-денежная, насколько она будет мягкой, и пойдет ли речь о понижении процентных ставок. В далеком прошлом речь об этом шла, сейчас пока что все остановилось, но вот в ходе последних событий пока что неизвестно, как все будет развиваться дальше. Вот есть мнение, что это такое достаточно краткосрочные явления, связанные с теми вот потрясениями, которые были на азиатских рынках, да, ну а кто-то говорит, что вполне возможно, что это начало какого-то серьезного процесса, то, что идет достаточно серьезное замедление мировой экономики, то, что мы сейчас наблюдаем, это первые признаки. Посмотрим, кто из них окажется правым.
Ну и в случае, если действительно события будут развиваться не очень стандартно, но судя по тому, как сегодня в течение двух торговых сессий, это и азиатская, и европейская, все достаточно спокойненько идет, уже нет таких сильных колебаний, которые были вчера, то мне кажется, что рынки успокоились, потихонечку приходят в себя, и вполне возможно, что это было действительно что-то такое локальное. Итак, значит, далее у нас в среду в 15.30 заказы на товары длительного пользования. Вот здесь ожидается достаточно серьезное снижение. Это, конечно же, негативный фактор. И если это действительно так, если снижение будет достаточно серьезным, это может в определенной степени повлиять на принятие решений Федеральной резервной системы по вопросу о повышении процентных ставок. Если данные будут не очень хорошими, поскольку вот мы, если обратимся сейчас к последним выступлениям, которые были озвучены членами Федеральной резервной системы, да, практически все в один голос, они говорят то, что мы будем следить за поступающими данными. Вот в качестве на этот показатель однозначно они будут отслеживать. Ну и, конечно же, будут смотреть у нас с вами на следующей неделе рынок труда. По рынку труда то же самое будут очень внимательно следить Федеральная резервная система, как будут обстоять дела с показателями безработицы, количество новых рабочих мест в сельском хозяйстве, ну и в целом на все показатели, которые выходят одновременно с этим. Это и заработная плата, рост ее и так далее, да, и рабочая неделя, то есть все, что касается рынка труда в целом. В четверг начинается ежегодный симпозиум в Джексон-Холле. Он будет длиться 3 дня, это в четверг, в пятницу, еще и в субботу. Тоже достаточно важные и значимые события, на котором будет обсуждаться текущая ситуация и мировая экономика в целом. И вот в частности те события, которые происходят сейчас, наверняка тоже об этом будет вестись речь. Несомненно, достаточно важные события, поэтому будем внимательно следить за теми заявлениями, которые будут исходить с этого симпозиума, и посмотрим на реакцию рынков. В 15.30 индекс расходов на личное потребление, индекс цен на внутреннее потребление и годовые данные по ВВП. Это вот тоже, конечно же, один из ключевых показателей. По прогнозу ожидается серьезный рост. Если это не будет пересмотрено в сторону понижения, это достаточно позитивный фактор, говорящий в пользу повышения процентных ставок. Если данные вдруг окажутся хуже прогнозных значений, то, конечно же, это опять может поколебать уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система начнет свой цикл повышения процентных ставок в ближайшем будущем. Далее, в пятницу по Японии инфляция, отслеживаем продолжение симпозиума в Джексон-Холле. И для тех, кто торгует швейцарский франк, ВВП по Швейцарии. Годовые данные, посмотрим, каковы будут показатели. По прогнозу ожидается небольшое снижение. Ну, что значит небольшое? Это в цифрах небольшое, да? Вообще это, конечно, достаточно серьезно. До этого был рост на 1,1%. То, что сейчас рост всего на 0,8%, это, конечно же, серьезно говорит о замедлении швейцарской экономики. Если данные окажутся лучше, то это будет позитивным фактором, и, соответственно, наоборот, да, данные хуже, то это будет однозначно восприниматься рынком как серьезный негатив. Ну и в 11.30 ВВП по Великобритании. Все, кто торгует британский фунт, конечно же, это важный показатель. Исходя из того, что сейчас британский фунт – это как бы такая самая тихая гавань, достаточно стабильная валюта, которая не очень сильно реагирует на все потрясения, которые сейчас происходят в мировой экономике, вполне возможно, что данные окажутся хорошими. Опять же, это окажет поддержку британскому фунту. И, опять же, вполне возможно, что может получиться так, что британский фунт, точнее, британский центральный банк, Банк Англии, да, будет первым в своем стремлении повысить процентные ставки и в принятии этого решения. Во всяком случае, данные по ВВП – это тоже тот самый момент, на который Банк Англии будет обращать свое внимание. В субботу продолжение тоже симпозиума в Джексон-Холле. В связи с этим сразу делайте выводы, да, поскольку симпозиум будет не закончен в конце нашей с вами торговой недели. Наверное, достаточно разумно будет не оставлять свои торговые позиции на выходные дни, поскольку по результатам, если будут какие-то сделаны резюмирующие выводы в конце, да, этого симпозиума, вполне возможно, может привести к каким-то гэпам, к каким-то разрывам. Поэтому лучше, конечно же, постараться все свои позиции, поскольку у нас ожидается вот это вот
событие еще и в субботу, в неторговый день, лучше, наверное, не оставлять своих торговых позиций. Но это мое частное мнение, вы, конечно же, будете самостоятельно принимать решение. Вот, пожалуй, это вся информация по макроэкономической статистике. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Если у вас есть вопросы, обязательно напишите коротенькое слово «есть». Я сделаю паузу и подожду, пока вы свой вопрос напечатаете. Если же вопросов нет, ставьте плюсик. Это будет значить, что все ясно, все понятно, и мы посмотрим с вами, как ситуация развивается с технической точки зрения. Но сегодня все будет с достаточно большой оговоркой. Поскольку вчера был очень высоковолатильный день, сегодня идет откат по всем валютным парам. Ситуация достаточно интересная, нестандартная. То есть это необычно, как бывает в обычные торговые дни. Поэтому здесь будет все с небольшими оговорками. Ну и поскольку вопросов нет, давайте сразу пойдем с вами к программе MetaTrader 4 и посмотрим, что у нас происходит. Вчера достаточно серьезное снижение нефтяных котировок, как и практически всех цен на сырье. Цены снижались. Нефть марки WTI не явилась исключением. Снижение было достаточно сильным, но посмотрите, какая мощная коррекция в течение сегодняшнего дня. То есть практически почти все, что было потеряно за вчерашний день, сегодня уже почти отыгралось. Вот на часовом таймфрейме, давайте мы с вами посмотрим, да, вот этот вот день вчерашний, и сегодня это отыгрывается. То есть впереди еще есть время, неизвестно, как день закроется. Но если динамика сохранится, то вполне возможно, что вот мы с вами будем свидетелями некоего такого локального разворота движения нефтяных котировок. Это что касается нефти марки WTI. Если посмотреть на марку Brent, то здесь чуть больше остается для того, чтобы перекрыть всю волатильность вчерашнего дня. Опять же, вот посмотрим на часовом таймфрейме. Да, вот вчерашнее движение здесь немножечко не дотянули. Есть еще куда стремиться. Вот. Но опять же, если динамика сильно не изменится за оставшиеся часы американской сессии, да, вполне возможно, что мы будем свидетелями, что здесь тоже будет какой-то локальный разворот. Если же нет, опять продлится паника, да, она опять начнется, которая немножечко вроде бы устаканилась немножечко на текущий момент, может быть, движение продолжится и в нисходящем направлении. Как всегда, мы с вами не будем гадать на кофейной гуще, да, предоставим события идти своим чередом и посмотрим, как будут события развиваться дальше, завтра уже подведем итоги. Идем дальше. Значит, мы с вами посмотрели нефтяные котировки, теперь смотрим на индекс американского доллара. То же самое, посмотрите, как мощно он вчера потерял, опустился практически до уровня 92.70. Это вот старые исторические данные, тут он выступал в качестве определенной поддержки. Этот уровень, теперь цены в него практически ударились, отскочили, его достаточно тоже сегодня мощное движение в противоположном направлении. Да, посмотрите, пожалуйста, вот, в часовом таймфрейме. Потери вчерашнего американского доллара, и вот сегодня он восстанавливается, но уже не так интенсивно. Теперь смотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые составляют этот индекс американского доллара. И начинаем с пары евро-доллар. Что у нас здесь с вами? Очень мощное движение вчера было, практически 3,5 фигуры. Это, конечно же, очень нестандартно для европейской валюты по отношению к американскому доллару. Тренд восходящей фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA, нет никаких диверов. Да? Дивер – это расхождение между ценовыми максимумами или минимумами и показаниями индикаторов. То есть если индикаторы не растут, но при этом растут цены, это значит, у нас получается расхождение. Вот это является дивером, то есть несоответствием котировок. Сейчас у нас никакого дивера нет. Теперь смотрим внутреннюю структуру, поскольку здесь день покупок, совершенно однозначно смотрим, что у нас происходит. Идет отлив, дожидаемся, когда отлив закончится, и на начале новой приливной волны по сигналу осциллятора в покупку определяем момент входа. Вот что я, наверное, сейчас сделаю. Я немножечко перемещу вот эту линию, да, поскольку вот у нас был тот максимум, поэтому, наверное, на него как раз будут ориентироваться участники рынка. То есть я чуть-чуть сместил вот этот самый линию этого самого ценового канала. И получается, что у нас вот такая картиночка на текущий момент. Если будет сигнал осциллятора в покупку, он должен быть четкий, сформированный и зафиксированный. Обязательно ждите, чтобы свечка была закрытой. Только на закрытой свечке
сигнал считается зафиксированным. Далее слушаем внимательно, чтобы потом не задавать никаких вопросов. Сигнал сформировался, обязательно консолидация на часовом таймфрейме. Вот такое вот узковолатильное боковое движение. Сейчас посмотрите, графики очень сильно трясет в обе стороны, наверх и вниз, да, поэтому нужно ждать не каких-то консолидаций, вот которые здесь вам будут казаться визуально нормальными, да, на этом периоде, а вот посмотрите, какие были консолидации. Вот такие вот свечечки нужны, то есть когда волатильность на рынке упадет. Потом не говорите, что я вас не предупреждал. То есть обязательно еще и консолидация на часовом таймфрейме. И вот только если все условия выполнятся, абсолютно все условия выполнятся, да, то есть у вас будет сигнал сформированный, зафиксированный, потом консолидация, значит, только в этом случае вы поставите отложенный приказ buy stop, определите точку выхода, где вы будете выходить своим стоп-лоссом, и на текущий момент цель на границе ценового канала 1.1715. Настройки мувингов вам сейчас напишут, у нас очень мало времени, отвечаю, сколько баров примерно консолидации должна быть. Здесь нет никакой четкого ответа, по определению быть не может. Консолидация самая идеальная, когда начинает формироваться еще даже на 4-часовом таймфрейме, когда только-только начинает возникать сигнал, вот желательно, чтобы на часах к этому времени уже была определенная консолидация, рынок замер. Вот тогда это будет идеально. И если после того, как сигнал уже возникнет, еще будет хотя бы несколько, 1-2 бара на часовом таймфрейме, вот это идеальная точка для входа. Мы закончили с европейской валютой. У нас очень мало времени, идем сразу дальше, смотрим британский фунт. То же самое сегодня день покупок, тренд восходящей фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA. Нет никаких диверов. Смотрим 4-часовой таймфрейм, посмотрите, как идеально отработал. Да? Фунт практически вот дотянул до своего ценового канала, который у нас уже очень давно с вами был отрисован. Теперь мы с вами ждем, когда закончится волна отлива, это движение в противоположную сторону вниз, и когда начнет формироваться новая приливная волна, то есть должен быть сигнал осциллятора в покупку. Опять же, на 4-часовом таймфрейме он должен быть зафиксирован на закрытой свечке. Но это, опять же, не окончательное условие. После этого еще на часовом таймфрейме должна быть консолидация. Вот такие вот маленькие свечки, узковолатильное боковое движение. Еще раз повторяю, только в том случае, если все выполнится, ставите отложенный приказ buy stop, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. И на текущий момент цель 1.5820. 1.5820. Если фунт разрядится боковым движением и стартует вот примерно с этих уровней, то обязательно отквалифицируйте свою сделку на соответствие правилам управления капиталом. Если ваша потенциальная прибыль не будет в 3 раза превышать ваш потенциальный убыток, который вы грамотно должны будете рассчитать, исходя из размеров своего депозита, от сделки лучше отказаться категорически. Потом не говорите, что вас не предупреждали. Австралийская валюта. Тренд нисходящей фазе импульса. То же самое подтверждает индикатор OSMA. Так, Дмитрий задает вопрос. На 4-часовом должна быть закрыта, как и бычий или медвежий, или покупать собираюсь, или это не имеет значения. Я уже сказал, обязательно по закрытой свечке должно быть. Свеча должна быть закрыта. И должен быть сигнал на закрытой свечке. Поэтому считают вопрос излишним. Это просто, видимо, от невнимательности. Идем дальше. Австралийская валюта. Тренд нисходящей фазе импульса то же самое подтверждает индикатор OSMA. Смотрим внутреннюю структуру. Был отлив. Вот сейчас вроде бы начинает формироваться волна прилива. Формируется сигнал осциллятора в продажу, но он еще не сформирован, поскольку свечка не закрыта. Если цена пойдет вверх, то никакого пересечения у нас здесь с вами не будет. То есть обязательно должна быть закрытая свеча и должен быть сигнал. Только... Еще раз повторяю, на закрытой свечке. Если сигнал состоится, часовой таймфрейм и еще и обязательно консолидация. Узковолатильное боковое движение. Если хотя бы одно из условий не выполняется, от сделки отказывайтесь. Если же все выполняется, ставите отложенный приказ sell stop после консолидации, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом, и на текущий момент значение
0,7 ровно по австралийской валюте. Это тот ключевой уровень, который в свое время озвучил Резервный банк Австралии. Здесь не обязательно даже смотреть на границу ценового канала. Какие будут вопросы? Если есть, очень быстро, пожалуйста, задавайте, поскольку у нас осталось 4 минуты, а нужно посмотреть еще 4 финансовых инструмента. Итак, я иду дальше, смотрю на японскую валюту. Посмотрите, что здесь происходит. 6 фигур. Волатильность вчерашнего дня – это очень-очень за гранью обыденности. То есть это экстраординарный случай. Поэтому по японской иене я сейчас все озвучу, то, что говорит технический анализ, но имейте, пожалуйста, в виду, 6 фигур – это уж очень большое движение. Поэтому вполне возможно, если вы собираетесь торговать краткосрочно, то нужно поставить под большой вопрос, а имеет ли вообще вам смысл торговать по японской иене. Но, тем не менее, поскольку есть формализованная торговая система, мы смотрим, что она говорит. Итак, тренд нисходящей фазе импульса, только продажи, внутренняя структура, идет отлив. Дожидаемся, когда отлив закончится, начнет формироваться новая приливная волна, сигнал осцилляторов продажи должен быть сформирован, зафиксирован на 4-часовом таймфрейме, и после этого на часах еще должна быть и консолидация. Узковолатильный боковой движение. Посмотрите, какого размера должны быть свечки, а не вот такого, как сейчас. То есть то, что визуально будет вам казаться как консолидация, ею может не быть. Консолидация – это узковолатильное боковое движение. Здесь, вот посмотрите, количество пипсов никак не сопоставимо с тем, что здесь происходит. Да? То есть не попадите в визуальный обман, чтобы вам показалось, ну, вроде бы, да, идет в бок. Но если вы померите это, пожалуйста, сейчас, вот текущая волатильность на рынке, посмотрите, да, это 1,5 фигуры. Это никакой консолидации быть не может. Только если будет узкая волатильность, порядка 40-45 пипсов, не более. Вот тогда можно будет поставить отложенный приказ sell-stop, определите точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. Ну и в качестве цели, это то движение, которое уже было вниз по японской иене, это 116 иен, еще 20 сен за 1 американский доллар. 116.20. Это что касается японской иены. Идем дальше. Швейцарский франк. Тренд нисходящей фазе импульса, нет никаких диверов, индикатор OSMA подтверждает направление сделки вниз. Шикарно отработал он практически свой канал, двойной канал, который здесь вот отрисован был. Да? Сейчас идет отлив, дожидаемся, когда отлив закончится, и на начале формирования новой приливной волны по сигналу осцилляторов в продажу будет определена точка входа по швейцарцу. Сигнал должен быть четкий, сформированный на закрытой 4-часовой свечке. Обязательно на закрытой свече должен быть сигнал. Пока свечка не закрылась и сигнал все еще то появляется, то пропадает, это сигналом не является. Только когда полностью будет закрыта свечка. После чего на часовом таймфрейме еще и движение вбок. Если опять же все срастается, отложенный приказ sell-stop, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. В качестве цели на текущий момент у швейцарского франка нижней границы ценового канала записываем 0.9245. Это что касается швейцарского франка. Идем дальше, смотрим, что у нас по канадцу. Тренд восходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор OSMA, нет никаких диверов. Смотрим 4-часовой таймфрейм, идет отлив, дожидаемся, когда он закончится, и начнет формироваться новая приливная волна. Сигнал должен быть осцилляторов покупку на закрытой, сформированной 4-часовой свечке на этом таймфрейме, после чего на часах еще и узковолатильное боковое движение. Вот если все условия выполнятся, только в этом случае поставите отложенный приказ buy-stop, но если это будет как сейчас происходить, вниз потом сразу наверх, это не консолидация. Поэтому лучше в рынок вот на таком трясущемся рынке, конечно же, не входить. Повторяю, должны выполниться все условия. Если консолидации будет, рынок будет спокойный, отложенный приказ buy-stop, определите точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. Ну и в качестве цели на текущий момент, это верхняя граница ценового канала, 1.3465. Последний финансовый инструмент – это золото. Гистограмма начинает понижаться, находясь ниже нулевой отметки. Смотрим 4-часовой таймфрейм. Вот сейчас идет пробитие, ждем, когда цены пробьют, вернутся и подтвердят. В этом случае, а идеальнее всего, если будет здесь еще и дивер, то вот в этом случае как раз можно будет пытаться открывать свои позиции. Сейчас
ждем возврата и подтверждения. Настройки скользящих средних — это 22-периодные и 5-периодные скользящие средние, экспоненциальные по закрытиям без смещения. Андрей, все понятно, да? Итак, я озвучил настройки скользящих средних. Мы закончили весь анализ. Какие у вас будут вопросы? Если можно, очень быстро, поскольку время уже нашего обзора закончилось. Только очень коротко, если есть вопрос, постараюсь на него ответить. Вопросов нет. Это не обучающий курс, сейчас нет возможности отвечать. Это торговая система, которая, в общем-то, все я озвучил, да? Когда два индикатора трендовых совпадают и бывают в фазе импульса, вот тогда принимается решение о том, будет торговый день или нет. Абсолютно не важно, как будет закрыта свечка. Важно, чтобы был сигнал на соответствующей паре. Если торговый день в покупку, значит и сигнал должен быть в покупку. Если торговый день в продажу, значит и сигнал должен быть в продажу. Вот и все. Дмитрий, а уж какая это будет свечка, это совершенно не важно. Главное, чтобы был сигнал в соответствующую сторону. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожными. Берегите себя. Удачи всем.